Вот смотря сейчас на картинку, догадайся, что это. Есть какие-то мысли? Это набор для снятия обшивки в машине и не только. Думаю, подойдет и для других элементов интерьера. Я лично снимал ими приборную панель, вроде ничего не повредил. В наборе 4 пластиковых инструмента. За лакокрасочное покрытие можешь не переживать. Набор не воняет, это плюс. А чехол из отвратительного дермантина – серьезный минус. У меня он сразу ушел на свалку. Открывает нашу подборку просто незаменимая вещь для тех, кто ценит приватность своей частной жизни. Этот небольшой брелок на первый взгляд выглядит совершенно обычно. Стандартного для брелоков размера, стильный, но он имеет очень необычную функцию. Благодаря специальному излучению он поможет вам найти все скрытые камеры, спрятанные в помещении. Достаточно просто выключить свет, добиться максимально возможной темноты и посветить этим инфракрасным светом по всем подозрительным углам. Увидите яркие сверкающие точки, вы у цели. Зарядки хватит на очень долгий срок, так что беспокоиться о том, чтобы носить с собой еще дополнительные шнуры, не нужно. И как я уже сказал ранее, этот брелок очень компактный, с легкостью поместится в любой карман или сумку. Самое главное, случайно его не потерять. Еще одна крутая мобильная штука, созданная для генерации энергии. Только на этот раз ее совершенно не нужно заряжать, ведь это самая настоящая ветряная станция. Человечество давно уже использует энергию природы для получения из нее электричества. Так почему бы подобной не воспользоваться и нам? Для выезда за город вещь, что надо. Можно будет просто поставить ее в хорошо обдуваемое место, и вы уже снабжены небольшим количеством электричества. Выглядит установка очень легкой и достаточно простой. В сборке, думаю, разберется с ней даже ребенок. Только вот будьте предельно осторожны, лопасти выглядят достаточно прочными, и подносить к такой работающей ветряной станции пальцы лично я бы не стал, и вам, ребята, не советую. Продолжаем тему неона и делаем ярче не только ваш гардероб, но и обстановку вокруг. Все мы привыкли к различным неоновым лентам, которые светятся и мигают благодаря небольшим LED-лампочкам внутри, но этот вариант немного отличается от них. Я не совсем смог понять, как именно работает конкретно эта лента, но это тот самый случай, когда можно сказать, что красота в простоте. Она выглядит очень гибкой и достаточно тонкой, чтобы вставить ее в небольшие зазоры, к примеру, по периметру вашей машины. И это позволит создать уютную подсветку голубого цвета. При желании можно даже лишнюю часть отрезать. Как я понял, на работоспособность это не повлияет. Питание идет от обычного USB-порта, так что подключить ее не составит каких-либо проблем. Я думаю, что таким образом можно украсить практически любое место, не только машину. Этим мега стильным кроссовкам в прямом смысле все нипочем. Они буквально неубиваемые. Можно прыгать на них по гвоздям, ходить по грязи, скручивать их как угодно, и они совершенно не износятся. Теперь можно не бояться оставить на кроссовках надломы, когда необходимо сесть на корточки или даже ходить по каким-то острым камушкам или мусору. Ноги в них уж точно вы не пораните. И это при всем при том, что выглядят они действительно круто. На выбор нам предлагается сразу несколько расцветок. Все они черные, но с желтыми, оранжевыми и зелеными вставками. А какие лично вам понравились больше? Этот электровелосипед – эксклюзивная разработка хорватской компании. Высокотехнологичное транспортное средство способно меняться в зависимости от поставленной перед ним задачи. Сегодня это мощный мотоцикл для экстремальной езды по бездорожью, а завтра – экологически чистый велосипед для города. Отличительной особенностью данного велосипеда от других является центральный интеллектуальный модуль, который управляет двумя камерами – передней и задней, контролирует частоту сердечных сокращений водителя, имеет встроенный гироскоп, систему навигации и eSIM, что позволяет подключать его в любое время. Это водонепроницаемые носки для экстремального отдыха, специально созданы для фанатов спорта и приключений на открытом воздухе. Они выполнены в форме гетр для максимальной защиты ног от влаги, холода, ранений и растяжений мышц. Трехслойная структура ткани обеспечивает вас не только качественной защитой, но и гарантирует прекрасный микроклимат в самых непредсказуемых ситуациях. Любители выбраться на природу, а также рыбаки и охотники по достоинству оценят водонепроницаемые носки, так как они станут залогом комфортного отдыха. Одев носки с мембраной, вы сможете комфортно чувствовать себя и в городских условиях. Сканеров в мире много.
ведь это весьма востребованное устройство. Трансформация печатного текста в электронный текст, сканирование графических материалов, другие задачи – все это будет нужно практически всегда. Это сканер, позволяющий на лету передавать изображение текста на ноутбуки и планшеты, с дальнейшим распознаванием отсканированного материала. Сам сканер позволяет сканировать документы практически любых форматов, от самых маленьких до больших. Все, что нужно сделать – совместить девайс с ноутбуком и проводить им по листу с нужными данными. Друзья, хочу начать выпуск с весьма интересной и завораживающей вещицы. Это LED-куб, который может затянуть вас на длительное время. Размеры его сторон составляют 15 сантиметров, а внутренние грани имеют встроенную подсветку. Куб практически полностью прозрачный, но внутренняя часть стекла имеет отражающий эффект. Когда вы включите подсветку, то будет казаться, что это длинный световой туннель, который не имеет конца. Смотрится это весьма забавно, а мозг не хочет адекватно воспринимать эту иллюзию. Очень интересная вещица, может отлично подойти в качестве подарка для друга. Лазерная указка является недорогим портативным лазером, который по виду и по размерам похож на обычную ручку. Зеленый лазерный луч отлично виден в дневное время, поэтому лазерная указка может использоваться в качестве презентера, с помощью которого легко удерживать внимание аудитории на проводимых вами презентациях. Особенно ярко лазерный луч виден в сумерки, ночью или в туманную погоду. В ночное время видимость луча составляет от 5 до 10 километров. Указка оснащена замком, что позволяет ограничить доступ детей к данному гаджету. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!